день! В эфире программа ДГТУ News и в студии Эдуард Шалимов и Маргарита Кудрявцева. В сегодняшнем выпуске. Этот День Победы, о том, как недалек, а близок, этот праздник всем студентам и сотрудникам Донского государственного технического университета. Главные медийные лица в гостях у ДГТУ Владимир Познер, Михаил Швидкой и Михаил Островский дискутировали о российском информационном обществе. Новый проект ДГТУ в очередной раз собрал на своей площадке ведущих экспертов Европейской комиссии образования. Легенда ралли «Дакар и шелковый путь» Эдуард Николаев преподал урок жизни студентам ДГТУ. Проект ДГТУ «Зачетное радио» набирает обороты. Впервые ребята с Зачетного ощутили День радио как свой профессиональный праздник. День Победы. Как он был от нас далек, поется в известной песне. Но для студентов и сотрудников Донского государственного технического университета этот праздник близок, а жертвы участников Великой Отечественной войны поистине бесценны. О том, как чествовали ветеранов и встречали День Победы в ДГТУ, расскажет Яна Ковырзина. Мы так давно не отдыхали. Эти годы никогда не сотрутся в памяти народа. Прошло много лет с того светлого майского дня, когда весь мир узнал о нашей великой победе. Уже были другие войны – Афган, Чечня. Но Великая Отечественная всегда особой болью отзывается в наших сердцах. Нам, нынешним студентам, тяжело представить, каково это – вместо любимой аудитории, любимого клуба или дома пойти на войну. И неизвестно, вернуться оттуда, а если вернуться, то в каком состоянии. А эти люди пошли на войну, не думая о себе, а думая о своей родине и о своем долге перед ней. Война собрала свою страшную дань. Ушли на фронт преподаватели и студенты, аспиранты, выпускники. Не вернулись многие. В боях за родной Ростов погибла вместе с мужем преподаватель Татьяна Малюгина. Они погибли в один день. И подобных судеб тысячи. Я поменял два расчета, хотя меня откопали из траншеи этой, где я командовал орудием, а танк заехал, проутюжил меня. Не только правая рука и голова так остались. Участвовал в военных действиях до конца, второй раз ранен был за освобождение Севастополя. Уже командиром батареи. Закончил войну в Прибалтике. Войну эту они выиграли. И выиграли так, что еще сотни лет во всем мире будут помнить победу в Великой Отечественной войне. Смогли бы мы поступить так сегодня? Вопрос, который мучает меня уже долгое время. Трудно сказать, просто столько времени прошло. Но я думаю, все-таки да, потому что на кону собственная родина. И все равно ее защищать надо. С каждым годом все меньше и меньше ветеранов приходят на торжества в честь Дня Победы. Мы теряем их уже в мирные дни. На самом деле у нас есть великая возможность. Мы можем еще общаться с этими людьми, узнавать из первых уст, что было, помнить и сопереживать им. Ведь дальше это уже будет нереально. Это будут фотографии, будут какие-то записи. Мы рады этому шансу, что мы можем их собрать, что мы можем как-то отдать им какую-то часть себя, своих эмоций. 5 мая на площади Гагарина состоялся торжественный митинг, посвященный 66-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Смирно! Сегодня мы, люди разных поколений, на этой прекрасной площади, под мирным небом, в очередной раз чествуем героев нашего народа, наших ветеранов, подаривших нам этот светлый праздник, который объединяет все поколения нашей страны. Поздравить ветеранов пришли студенты и сотрудники ДГТУ, учащиеся гимназии и технического колледжа при ДГТУ и воспитанники детских садов «Березка», «Колосок». В митинге приняли участие глава администрации Октябрьского района города Ростова-на-Дону Игорь Викторович Молотов, проректор ДГТУ Юрий Иванович Бабенков, руководство университета, военный духовой оркестр, танцевальная студия ДГТУ и другие. Сегодня мы собрались здесь, чтобы вместе возрадоваться
очередному юбилею нашей победы над гитлеровскими полчищами. Эта победа нелегко досталась нам. Граждане Советского Союза потеряли 27 миллионов жизней, из них 11 миллионов бойцов и 16 миллионов местного мирного населения. Наша победа – это коллективное решение, это коллективный труд. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Участники митинга выразили свою огромную благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. После митинга студенты, преподаватели и ветераны возложили цветы к мемориалу на Братском кладбище и к памятнику павшим в студенческом парке ДГТУ. Спасибо «На чистое небо над головой», действительно. Это очень важная победа для всей страны. И вот наше сердце даже не можем передать, что именно переполняет наше сердце. Просто спасибо, здесь будет мало. Спасибо за их огромную жертву, за их здоровье, за их... Вообще, в принципе, за их поступок, за то, что мы сейчас живем. Спасибо деду за победу. Если сейчас наша молодежь настолько чувствует этот праздник, все те эмоции, которые чувствуют ветераны, а действительно ветераны плакали, если плачут и студенты, то я думаю, что можно быть спокойным и никогда этот праздник не будет забыть. С одной стороны, война унесла очень много жизней, но для многих людей это победа, которая всегда, навсегда останется в наших сердцах. Горечь войны и радость Великой Победы живы и по сей день и будут жить еще долго, не только в музейных и архивных фондах и на страницах учебников, но и в сердцах каждого, кто может смело сказать: «Я жив благодаря тем, кто пошел на эту войну». Яна Ковырзина, Яков Кардо, специально для ДГТУ ТВ. Донской государственный технический университет посетили знаменитые гости: Михаил Швыдкой, Владимир Познер, Михаил Островский. Они провели дискуссию по информационному сообществу в России и не остались без положительных впечатлений от знакомства с вузом и ректором. После продолжительной дискуссии с Бессарионом Чеховичем им даже захотелось учиться в ДГТУ. С подробностями познакомит наш корреспондент Маргарита Кудрявцева. 20 апреля в Донском государственном техническом университете проводится открытая беседа-дискуссия на тему «Российское информационное общество. От теории к практике». Интересную актуальную проблему сегодня со студентами будут обсуждать приглашенные гости и главные участники дискуссии. Это активные деятели России в области культуры и массовых коммуникаций Михаил Швыдкой, Владимир Познер и Михаил Островский. На повестке дня вопрос о развитии информационных технологий в нашей стране, о их роли в жизни каждого россиянина и возможно ли назвать современное российское общество информационным, сравнивая его с уровнем передовых стран. Этому главному вопросу было уделено основное внимание участников дискуссии. И надеюсь, что наша с вами встреча будет активная, активной форме. Вопросы от вас, которые последуют, я думаю, что... Присутствующие в зале узнали мнение гостей о гражданской и современной журналистике, законодательном регулировании информации и о том, что ждет современные СМИ в будущем. Об открытии новой кафедры средств массовых коммуникаций и мультимедийных технологий в ДГТУ рассказали ректор нашего университета Бессарион Чехович Месхи и президент медиагруппы «Южный регион» Георгий Витальевич Кудинов.
Поддержал идею создания такой кафедры на базе ДГТУ президент фонда Академия российского телевидения Михаил Ефимович Швыдкой. Не случайно конференция состоялась именно в ДГТУ. В ВУЗе существует мощный информационный центр, осуществляющий формирование единой информационной среды на направлениях печатные СМИ, университетское телевидение, радио и интернет-ресурсы. Это позволяет молодежи быть задействованной в распространении и развитии ценной информации. Ведь именно развитие качественной информационной среды в учебных заведениях позволяет воспитывать современное информационное общество в нашей стране. Маргарита Кудрявцева, Яков Кардо, Денис Воронин. Специально для ДГТУ ТВ. ДГТУ вновь открывает свои двери для новых перспектив и проектов. 3 дня на базе вуза проходил семинар по вопросу внедрения методологии тюнинг в систему российского образования, о том, какие перемены грядут в образовательном процессе и как будет реализована программа тюнинг в ДГТУ, расскажет следующий сюжет. Донской государственный технический университет в очередной раз собирает на своей площадке ведущих экспертов Европейской комиссии образования. В прошлом году ВУЗ стал первопроходцем в области распространения и применения идей Болонского процесса. Это еще такое знаковое явление для университета, потому что это единственный университет в стране, где есть Болонский клуб, и университет, который, ну, как бы своим примером показал новую роль университета в гражданском обществе. Это тоже очень важно. Что-то у нас про это часто забывают или вообще не думают. Вот, и поэтому здесь и для университета, и для всех остальных университетов, которые участвуют в проекте, это, конечно, очень важное мероприятие. И мы, как вот национальный офис программы «Темпус», мы очень надеемся, что это прорывное будет, такая прорывная встреча, и будут уже первые достижимые результаты проекта. Сегодня ДГТУ открывает свои двери для внедрения новой методологии «Тюнинг» в систему российского образования. С 26 по 29 апреля на базе ДГТУ проходил семинар по проекту программы Европейской комиссии «Темпус-4» «Внедрение методологии тюнинг в систему образования Российской Федерации, создание центров по реализации и применению опыта Европейского образовательного сообщества». Но слово «тюнинг» на сегодняшний день знакомо практически всем. Это то, что называется настройкой. Это изменение российского образования с целью его адаптации с точки зрения европейских образовательных стандартов. Почему это важно и почему это нужно именно сейчас? Потому что получать образование в Европе – это не просто престижно. На сегодняшний день следует отметить тот факт, что, конечно, европейская система образования является наиболее бизнес-ориентированной. То есть она позволяет выпускникам, специалистам быть более конкурентоспособными на рынке труда. Методология тюнинг обеспечивает соотношение, сопоставление образовательных программ в рамках одного направления. Таким образом, ДГТУ активно включается в процесс интернационализации образования. Альма-матер проекта – университет Деусто. Его проректор Джулия Гонзалес успешно реализовала программу в Испании, Латинской Америке и всей Европе. Донской государственный технический университет всегда оказывал большую заинтересованность в развитии этого проекта и очень много делал для того, чтобы инициировать создание подобной организации в России и в Ростове. Что даст методология тюнинг российскому образованию? Это прежде всего создание новых программ, создание новых уровней образования, которые будут очень тесно связаны с нуждами общества и которые будут помогать обществу развиваться дальше. В основе этой системы лежат компетенции. И здесь акцент делается на том, что целью проекта является развитие студента. Однако российских специалистов и студентов беспокоит вопрос, сохранятся ли в России после вхождения в процесс тюнинга лучшие традиции и самобытность отечественного образования. Европейские эксперты настаивают на том, чтобы принятие новых стандартов производилось с сохранением национальных особенностей российского образовательного процесса. Никто на сегодняшний день не говорит о том, что российское образование должно безоговорочно принять стандарты, которые существуют сегодня в Европе. Европа этот принцип провозглашает как автономность.
Автономность в том, что они признают те результаты обучения, которые есть у нас. Они отдают должное тому уровню академического образования, которое у нас есть. Но мы со своей стороны на сегодняшний день понимаем, что есть тот положительный опыт в Европе, который нам следует применять сегодня на практике российских вузов. В будущем планируется интегративное взаимодействие российских и европейских вузов, обмен опытом и на этой основе дальнейшее развитие всей системы. Методология тюнинг – новая для российской системы вузовского образования, поэтому гости, эксперты Европейской комиссии образования, ответили на многочисленные вопросы преподавателей и студентов ДГТУ. Программа «Тюнинг в России» стартует уже в октябре и рассчитана она на 3 года. Программа «Тюнинг» – это окно в новый мир, мир, в котором нет границ для получения новых знаний и первоклассного образования. Конференция продолжается. Маргарита Кудрявцева, Яков Кардо, специально для ДГТУ ТВ. Интересная лекция от Эдуарда Николаева, победитель ралли «Дакар», прошла, как говорится, на ура. Студенты ДГТУ буквально засыпали его вопросами. Самых активных чемпион отметил сувенирами. На водном уроке по гоночному ремеслу, техническим навыкам и модернизации КАМАЗа побывала Яна Ковырзина. Ралли «Дакар». Кто не знает сегодня об этой суперсложной гонке на выживание автомототехники? В ралли ведут непримиримую борьбу ведущие автогиганты мира. Здесь бьются за рынки сбыта самые известные автомобильные бренды. Тем ценнее победы на «Дакаре» наших КАМАЗов. Вот уж который год подряд они занимают верхние ступени пьедестала ралли «Дакар». А в 2010 году команда КАМАЗ Мастер Тим в бескомпромиссной борьбе заняла первое место и принесла славу нашей России. Я нахожусь рядом с машиной легендарного Владимира Чагина, 7-кратного победителя гонки «Дакар». Именно здесь пилот, штурман и механик 2 недели подряд борются с песчаными дюнами, пылью, жарой, достигающей порой 60 градусов, серьезными соперниками и в первую очередь самими собой. В этом году Владимир покидает большой спорт, но оставляет после себя сильный и постоянно совершенствующийся состав. А молодой пилот Эдуард Николаев, посетивший сегодня наш вуз, обещает вести свою команду только к победе, защищая честь России и российского автопрома. Эдуард Николаев, пилот команды КАМАЗ Мастер Тим, посетил 4 мая Донской государственный технический университет. Эдуард является неоднократным призером соревнований «Шелковый путь», чемпионата России и самого престижного в мире состязания «Ралли Дакар». В университете молодой пилот провел лекцию «Урок жизни от КАМАЗ-мастер» для студентов факультета авиастроения, транспорт, сервис и эксплуатация, а также для всех желающих. Он рассказал об особенностях выбранного им вида спорта, об изнуряющей подготовке, о самих соревнованиях «Ралли Дакар». Действительно, это очень нелегко, очень суровые условия. Борьба идет не только с соперниками, но и с трассой, с природой, с пылью очень жестокой. Очень серьезная конкуренция. У КАМАЗа тоже очень серьезные соперники. В команде, состоящей из 3 человек – механика, штурмана и пилота, Эдуард на заре своей карьеры выступал в роли механика. В 2011 году, пересев на место пилота, он занял в ралли «Дакар» 3-е место. Студенты и сотрудники ДГТУ задали спортсмену вопросы о начинке машины, условиях прохождения трассы, тренировках. Эдуард, в свою очередь, провел викторину и наградил самых активных участников призами с символикой КАМАЗ Мастер Тим. Большое спасибо. Молодец. После лекции все желающие были приглашены на автограф и фотосессии. У той знаменитой машины можно было сфотографироваться с гостями. А преподаватели факультета авиастроения, транспорт, сервис и эксплуатация воспользовались случаем и провели практическое занятие прямо у легендарного КАМАЗа. Мы же задали пилоту прославленной команды несколько вопросов. Эдуард, вот ралли можно сравнить с показом мото кутюр. Вы тестируете машины перед их серийным выпуском. Насколько вот гонки эффективны в этом плане? Очень эффективны. Даже вот победа наша в этом году на Дакаре, сразу мы узнали о том, еще летели даже в самолете, что продажи на КАМАЗ поднялись на 13%, и это тоже для нас очень такая хорошая новость, потому что мы непосредственно относимся к КАМАЗу и выступаем за наш грузовик, за наш гигант. Почему в последнее время так мало машин КАМАЗ мы встречаем на российских дорогах? Ну не знаю, может быть, люди немного разочарованы серийным автомобилем, потому что есть кто их хаит, есть кто их хвалит.
Ну, я думаю, все равно КАМАЗ будет делать все возможное, чтобы все-таки он был на отечественном авторынке, и не только на отечественном, и на европейском. Я думаю, КАМАЗ будет и будет существовать еще долго. У нас в университете буквально полгода назад появилась секция автоспорта, и ребята, и молодые люди, и девушки выступают на соревнованиях по ралли-спринту и автомногоборью. Какой вот совет именитого пилота будет от вас ребятам, которые хотят от любительского уровня повысить до профессионального? Самое главное, если есть желание, то все у них будет, и будет этот клуб развиваться и дальше, и существовать. Ну вот, то есть самое главное – желание победить. Яна Ковырзина, Яков Кардо, специально для ДГТУ ТВ. День радио, как свой профессиональный праздник, впервые отметили студенты, участники проекта ДГТУ, настоящие ведущие и звукорежиссеры зачетного радио. Своими достижениями и планами на будущее ребята поделились с нашим корреспондентом Аленой Такий. Добрый день, в эфире зачетное радио и Александр Лыков. Новости дня. Солнечный день, ты улыбаешься мне. Эти ребята уже звезды, а еще год назад они были простыми студентами Донского государственного технического университета. 8 февраля 2010 года их пути пересеклись на зачетном радио. И с этого момента они вместе. Зачетное радио стало неотъемлемой частью студенческой жизни в университете. Я слушаю зачетное радио, это радио мне нравится очень на самом деле. Вот. Там крутят даты какие-то, говорят, там различные, вот, музыку неплохую, которая мне нравится, ну, на переменах, да. Веселые, позитивные песни, хорошее настроение с утра дарит, очень нравится. Не во всех университетах, тем более, такое есть, это большой плюс. Нравится, мне нравится музыка, там, и голосы. Песни и голоса – это по части Александра Дрозда, диджея и композитора зачетного радио, а также его команды. Попал я сюда абитуриентом, мне очень понравилось, коллектив на зачетном радио отлично. Год назад здесь не было, ну чуть больше года назад здесь не было вообще ничего, здесь были голые стены. То, что мы уже сейчас добились, в первую очередь, это, конечно, огромная благодарность руководству Донского государственного технического университета, нашим начальникам. Вы знаете, может быть банально, но вот говорят на работу как на праздник. Это действительно так. Каждый день я прихожу сюда, и независимо от того, какое у меня настроение было до, то есть хорошее либо плохое, ухожу я отсюда всегда в отличном настроении, и за это я благодарна зачетному радио. За то, что я сюда попала, благодарна судьбе, наверное. Да, мне здесь очень нравится, потому что здесь реализуются возможности. Вот я пою, и у меня есть возможность реализоваться, то есть в вокале. Нравятся всегда популярные песни такие молодежные. Хорошей музыки, вот, хороших передач, чтобы развивалось зачетное радио. Мне лично очень нравится этот проект. Я рада, что оно развивается, и по сравнению с тем, что мы увидели приблизительно год назад, что мы услышали в первый раз, зачетное радио, наверное, выросло, стало на уровень выше. Но главное то, что зачетное радио делаем мы сами, делают студенты, потому что в интернете есть специальное сообщество, группы зачетного радио, где каждый может попросить о какой-нибудь музыкальной композиции, которую хочет услышать, поздравить преподавателя, сокурсника с каким-нибудь праздником, с днем рождения, с 8 марта и так далее. То есть зачетное радио, оно не закрыто от студентов, не закрыто от людей. За год, а я здесь уже больше года, много изменений произошло уже, и пишет диджей треки свои, он уже и резидент клубов, и вообще очень много используется объявлений на радио. Раньше как бы никаких объявлений вообще не было по системе оповещения в институте, а теперь это активно используется, и о многом можно узнать вот просто, когда ты идешь на перемене. Я не считаю себя профессионалом, так, только любителем, и как-то рано, мне кажется, на профессиональном уровне отмечать мне этот праздник, приурочивать себя к нему. Поначалу было немного страшно, потому что я никогда ранее не записывалась, но мне дали такую возможность, и сейчас я рада. Это возможность, получить опыт, развить себя в чем-то, показать себя в чем-то, да, и в принципе из всей этой деятельности радийной вытекает очень много интересных моментов жизни, да, очень много эмоций, здорово. Нам есть, я думаю, о чем рассказать и факультетам, и кафедрам, и управлениям. Есть куда пригласить, есть куда позвать, и есть что рассказать об успехах, о проблемах, о путях их решения.
За последний год радио сделало большой шаг вперед. Были написаны множество джинглов, отбивок. Выпускаются на данный момент 4 авторские передачи: новостная, историческая, музыкальная, развлекательная. Вот, планируют также еще внедрить несколько программ для того, чтобы на радио была не только музыка, но и еще информационная составляющая. Поэтому все впереди, чтобы радио на самом деле было в полном смысле этого слова. В перспективе мы хотели бы выйти в интернет-пространство для того, чтобы любой студент со своего мобильного телефона мог услышать студенческое зачетное радио. Уже больше года юноши и девушки делают свое радио. И сегодня они впервые ощутили День радио как свой профессиональный праздник. На этой мажорной ноте первый информационный выпуск ДГТУ ТВ не завершает свою работу. Сегодня у нас в гостях Александр Иващенко, заместитель руководителя информационной службы ДГТУ ТВ. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Расскажите о перспективах развития университетского телевидения ДГТУ ТВ. Да, действительно, мы начинаем новый проект. Сегодня первый выпуск новостной программы ДГТУ News. Проект поддержан нашим ректором. Обещает быть достаточно интересным. Вы сможете следить за новостями и основными событиями из жизни Донского государственного технического университета. Выпуски новостей будут выходить регулярно. У нас также планируется проведение ток-шоу, различных других программ. Выпуски вы сможете увидеть на мониторах, которые развешаны в нашем университете. Программа будет выходить в эфир на большом перерыве. Также выпуски будут выкладываться в сети интернет, на нашем официальном видеоблоге на YouTube и выходить на телеканале «Южный регион Дон». Так как телевидение университетское, скажите, каким образом студенты и сотрудники университета смогут принять участие в развитии данного проекта? Мы рады видеть у себя студентов нашего университета. Мы готовы им помочь, раскрыть их потенциал. Мы всех ждем в аудитории 8605. Следите за нашими выходами в эфир. Будьте в теме. Потому что ДГТУ News – это новости из первых уст. С вами была Маргарита Кудрявцева и Эдуард Шалимов. До новых встреч!